Всем привет, ребята. Ну что, у нас сегодня очередной тест. Решил затестить вот такого вот Бигфута, непростого, поставить ему, мы просили показать ему сборки с исцелением. Какой же у него будет отхил, дополнительно у нас еще будет ворожей. В чем смысл героя, когда он получает входящий герой, он восстанавливает 200% от атаки. То есть, соответственно, имеет еще иммунитет к стану и страху на 5 секунд, кулдаун 6,5. Плюс супер пэт, который тоже дополнительно дает нам отхил, плюс ССка стоит. Она дает 140% увеличение отхила. Также исцеление дает на десятки 180% отхила. Плюс его отхил в итоге получается... Довольно-таки интересный перс. Правда, я не знаю, мне кажется, его сейчас будут сливать. Я сейчас покажу, что-то у меня в созвездиях. Но, опять же, вот посмотрите, какой там отхил. Он себя сразу там фулл хилит. Держаться он, в принципе, должен. Единственный момент – это смотр. Ну, конечно же, Фрея. Но если вот сейчас даже посмотреть, Огник, Феникс... Сколько герой его там дамажит. Если мы успеем, кинем ворожая. И можно свободно танковать. То есть таким героем Огник, Мэри, Ронин, Феникс. Кто там еще, не вижу. Там еще кто-то есть. Без проблем нормально держит входящий урон. То есть это 30-е прорывы, ребята. Он 14-й даже вижу есть. И он себе без проблем стоит. То есть у него за счет этого, за счет огненки, ну, конечно, зефира нету, но это и не максимальный топовый даф, но сама суть. Посмотрите на то, как герой вывозит полностью весь урон. Бигфут один из таких интересных героев, универсальных и на PvP локациях. Если его правильно собрать, он реально будет держать. Смотри, даже, наверное, еще и улетит. Он кидает, его проседает. Не, все равно нормально тащит. Блин, ну столько дамага вывозить, это, конечно, круто. Вот, наконец-то его слили. Кто там у нас еще? А, там землеройка даже была. Нифига себе. Вот вам, ребятушки, Бигфутик. Как вам такое? А что у нас по снаряге собрано? Вот такая вот снаряга, он у меня фулл уклоны. Ну, единственное, видите, жалко, нету еще одного, было бы вообще эпично. Фулловый он бы тоже очень круто смотрелся, все-таки было бы и чарка повыше. Давайте попробуем 1 на 1 против Зефира. 14-й Зефир, интересно, что же будет здесь. Сможет ли Зефир его сливать? Вот недомогание, смотрю, прошло. Зефир у нас тут, я смотрю, миссает просто тут за счет супер пэта. Одни миссы идут, даже не заряжается толком. Я вот включился, но он просто тупо миссает. То есть нету точности на Зефире, и он нифига вообще не может. Это беспонтовый герой, реально без точности. Зефиру, который не попадает, это не Зефир. Толку от этого, как видите, вообще никакого нет. То есть он соло. Я думаю, тут многие герои соло бы просто вывезли налегке против такого Зефира. Потому что у нас здесь дохренище должно быть уклонение на героя. Смотрим, 15, почти 16к, ребят. Вот вам нормальная прокачка для героя. 16к ловкости ставите, и если там точности не хватает... Вот здесь есть. Так, смотрим, поскольку он вывозит, не вывозит. 120. Этот себя хилит. То есть тут, даже если будет точность, тут столько отхила, что просто нереально. Тут еще и смотр. То есть смотритель здесь по-любому, если у вас будет зеленый смотр, он в таких случаях хилит сразу же фул. То есть у вас просто бешеная тема получается.
Ну, один на один урон выдерживает. То есть многие герои не выдерживают, а тут у нас получается огненка десятая и дофигища процентуального отхила. Интересно, интересно. По 120 бьет, но тот хилит сразу же фул. То есть такой вариант использования тоже вполне, в принципе, ну если, конечно, у вас есть исцеление нормальное, возможно. Ну, его, конечно, молчанку накидывают, недомогание. Вот видите, смотр. Блокирует, когда проходит молчанка, герой будет сливаться у вас, вы ничего не сделаете, Зашка вас тоже спасать не будет. Так, хорошо, давайте попробуем. Интересно попробовать против Фреи. Что нам скажет Фрея в данном случае? Ну, я думаю, она нам ничего не скажет. Он тоже просто попадать не будет. Даже попробуем зарядить Зефира. Попробуем зарядить. У нас тут ворожей будет хилить его на фул. Ну и Зефир должен, в принципе, дамажить по всем. Клубник доставать не будет. Кто тут еще есть? У вас таких героев больше никого такого нету. Ну блин, крутой отхил. Реально, отхил просто бомбический. Давайте попробуем его теперь на подземках. Мне интересно посмотреть на кошмарке. Вот начнем 7-й, 7-10. Интересно здесь посмотреть, что он сможет. По сути, у него деф атак особо и нету, только у Зашка. Ну и ССК, но зато у него есть бешеный отхил. Весь входящий урон превращается в отхил. Так, нас застанили. Ну, видите, 16к хватает для того, чтобы просто юниты, ну, юниты и герои на подземках миссовали. Сейчас пойдем на 8-ю кошмарку, посмотрим, что там у нас получится. По идее, там где-то плюс-минус тоже должны миссовать. Дамага, конечно, у него немного, но он один тоже будет в такой герой универсальный, потому что у него есть отхил. Так, смотрим здесь. Ну, тут понятно, тут орда прилетит, но видите, вот вам уклонение и по нем миссают. То есть 16к вполне хватает для фулового противостояния. То есть тут они просто даже нападают и нифига сделать по сути не могут. Посмотрим на другой какой-то кошмарке. Просто пипец. Вот он забежал. Он себя нормально чувствует, нормально себя хилит. Он еще и дамажит, посмотрите, они его заряжают. Офигеть, просто. Просто офигеть. Да, это реально Crazy Bigfoot. Понятно, он тут всю подземку не затащит, но по крайней мере он хотя бы даст возможность пройти. Так, где тут у нас еще интересные? Интересно, что будет здесь, сольется или нет на отражалках, если зарядится, конечно же. Ну, тут просто чистый мисс, то есть все, что свыше 15к, как видите, мисуется без проблем. Такс.
Но мне же все-таки интересно, сколько у него отхил за счет... его сборки. Че, 800к все-таки хилится? Блин, это бешеный. Он реально бешеный. Посмотрите, что он делает. Просто кайф. Жесть, ребят. Посмотрите на этот отхил. Вот 30-й охник, 30-й стрелок. Ворожей, Зефир. Он просто себе стоит. Да, 800к отхил там вроде. Замораживает. Вот действительно один из универсальных героев. Еще и с мотором получается слил. Слил ворожая, сейчас сольет еще стрелка. Просто офигеть. До Фрея еще не достал. Все, теперь он пошел дальше. Тут большую часть, конечно, играет суперпэт, так как он дает все-таки как-никак 6к отхила. Ой, не отхила, а дает дополнительное уклонение. И плюс дает атаку, которая тоже превращается. Но не все герои даже с такими суперпитонцами способны на такое, потому что здесь есть встроенный отхил. Вот так вот. Такая вот темка, ну реально в районе Лиамадхи. Это реально круто. Это реально круто. Если мы же уберем сейчас суперпэта, он сразу же будет сливаться. То есть тут суперпитомец реально очень многое дает. Вот такая вот сборка. И пойдем на ту же самую кошмарку. На любую. Сейчас разберут просто стычки, то есть насколько разница, да, то есть один супер питомец делает героя просто неубиваемым. Ну тут все равно, конечно, эти будут мисать. Останется полным ходом. Ладно. Идем посмотрим его еще на по локациях. На аренке посмотреть, что он сможет сделать. Еще плюс то, что у него стан. Его, кстати, надо посмотреть, что там у него по 14-му скиллу. У него его стан заморозка очень круто работает после 13-го скилла. Надо глянуть, что у него на 14-м добавляется еще кулдаун или нет. Все, он фактически все время будет замораживать. Короче, он, ребята, дамагер еще тот. Но убить его, даже Фрея в такой сборке. Я вам показывал вчера этого Бугимена от 30-й сборки, он сливается.
Он реально сливается. Этого слить один на один нереально сложно. Ну это беспонтово. Фрей его не убьет. Давайте еще посмотрим. Хотелось бы найти, конечно, какую-то топовую пачку. К сожалению, видеть пока. Дамаг тоже довольно-таки неплохое. Плюс этого героя то, что у него зональное действие идет по всей зоне вокруг себя. То есть не впереди, не в стороны, а именно вокруг себя полностью. Чем больше его дамажит, тем больше у него будет отхилом. Самое главное, чтобы его не заблокировали, не накинули молчанку. И... пожалуйста. Плюс такой сборки он заряжается тоже дополнительно очень быстро. То есть вы видели, что стрелок ему был не помеха с забором энергии. Всех разобрал без проблем. Командора, Махатму. Он не дает просто героям даже ударить. То есть без всякого шанса. Не знаю, мне этот герой реально очень нравится. Как-никак, но Бигфут в алтаре у вас должен быть однозначно хотя бы один, а то и два. Некоторые по три качают. Но герой действительно хорош. Раньше он использовался на многих локациях. Он полностью всю пачку, точно так же, как и Феникс, может заморозить. То есть это реально один из таких хороших героев, который может обезвредить даже топовую пачку, не дать ему ударить. Давайте еще на этого нападем. Он идет по всем дорожкам. Вот видите, молчанка и смотр ударил. А дальше посмотрите на отхил. Это просто нереально что-то. Чем больше вы его дамажить будете, чем больше у него будет отхила. 800, да. В районе миллиона отхила, ребята. Это вам не просто такой герой, знаете. Так, я хочу посмотреть, что у него еще на 14 скилле будет. Вот видите, чем выше лавал, 12-й, 13-й, идет 2 секунды, да, тут просто он меняется, не добавляется ничего, к сожалению. Так, давайте забежим вот так вот, попробуем еще разок. Без суперпэта посмотреть против Зефира, но там у нас не только Зефир. Ну вот, недомогание как вариант, как его восстановить. 700, ну, вот видите, без суперпата 800к, суперпатом там немножко больше, но молчанка и недомогание, и он, как и все, в принципе, сливается. Но если у вас будет в пачке ворожай, который будет его подхиливать, его слить нереально сложно будет. И выкидываете сзади еще ворожая дополнительно. Ну вот и вот и Зефир бьет, и толку от этого Зефира нифига сделать толком не может. Это мы еще без суперпэта, ребят. И Фрея там еще бьет, дамажит. Вы его не убьете. То есть Зефир в данном случае просто нифига сделать не может. Просто зависаете с таким героем и все. И проходите так битву гильдии. Такс.
Окей, с этим разобрались. Давайте еще посмотрим на него на по локациях. Я не буду ставить специально питомца. Забежим сюда. Вот как раз против Некроса запустим. Космо Фрея. Ну давай, давай. Видите, вот единственный вариант был облочка. Но посмотрите, что он делает. Просто пиздец, ребят. Это просто унижение для Зефира. Офигеть. До свидос, Зефир. В принципе, он бы еще и, наверное, и Фрея разобрал. Может, успеет. Я думаю, времени не хватит. Это просто аут, ребят. Он за счет своей заморозки реально очень крутой. То есть все, что ему прилетает, все возвращается в отхил. Вот так вот. Такая вот, ребятушки, тема. В общем, такой вот герой. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этого героя. Но это действительно топовый герой. Хоть он и старенький, не особо востребованный у многих, но он очень универсальный. По крайней мере, у него есть куча иммунитетов, куча плюсов, заморозок и прочее. Что на сегодня, скажем так, немаловажно. Вот. В принципе, все. Пишите, кто какую сборку хочет еще увидеть. Всем удачи, всем пока.